Две. Мы сейчас едем в Барселону, потому что Диме нужно постричься. Вот. А Кате тепло. Нужно довыбирать подарок. Да, а мне нужно купить подарок. Докупить. Потому что я малышка, еще не выбрала подарок. Вот. А еще у нас тут очень тепло. Нет дождя, слава богу. И мы идем в свитерочках. И да, потому что дождь был последние 4 дня. И наконец-то здесь солнышко. Ну, не солнышко, но светло. Да. И мы сегодня будем собираться в Марбею. Фух, я так устал подниматься. Да, давай отдышимся. Постоянно куда-то спешим. Даже вот сейчас у нас 6 минут до поезда, мы все равно бежим. Это уже просто привычка. Да, мы так ходим. Пошли, потому что сейчас реально поздно. Пошли. И сегодня будем собираться в Марбею, завтра у нас 7:15 утра. Автобус. Да. Хотел сказать поезд, потом хотел сказать самолет, а потом вспомнил, что мы едем на автобусе. Да, мы туда едем на автобусе, а назад едем на... мы летим на самолете. Едем на самолете. Да. Все, мы будем заходить. Мы сейчас проходим возле какого-то колледжа, там где младших классов, я думаю. Здесь такой хаос вообще. Они такие шумные, такие грязные, у них у всех стертые колени, потому что они постоянно ползают. Да, это, конечно, жесть. Испанские дети очень прикольные, потому что им ничего не запрещают. У них здесь они никто... делают все, что хотят. У них никто не кричит, он малый бежал, упал, перевернулся, испачкался, и ничего, и просто папа просто поржал, и все. Проходим через собачью парикмахерскую. Смотри, там ногтики обвисают, маникюрчик. Будем дружить, будем. Вот, отправила я Димку к барберу, оставила его с няней. А сама пойду в Альпортинглес, он здесь недалеко. Вот он. El Corte Inglés. Такое красотище, все такое украшенное, так миленько все. А я сейчас пойду на детский этаж. Нужно сначала лифт здесь найти, потому что всегда здесь первый этаж. Это украшения, драгоценности, косметика и так далее. А вот дальше идет одежда, детский отдел. И вот так. По почте я нашла. В детском отделе. Здесь так много всего, но это не то, что мне нужно. Оказалось, все так сложно. Я тут уже, наверное, минут 10 ищу, как подняться на 5-й этаж, там, где игрушки. Оказалось, нужно взять специальный эскалатор, но обозначений никаких нет. Ну, наконец-то я добралась. Здесь просто игрушечный рай. Здесь целый огромный этаж игрушек. Смотрите, какие клевые наборы. Это набор, чтобы создавать парфюм, это чтобы создавать мыло. Тут еще есть маски делать, вон косметология. Потом это поплести. И есть даже машинка для шитья для маленьких девочек. Тут все защищено от того, чтобы иголочка не попала на руки и так дальше. Но она шьет, реально шьет. С сенсором так вот. MacBook Pro? Да. Конечно. Ты такой аккуратный, постриженный.
класс. Смотрите, как он офигенно закрывается. Не нужно держать. О. Не, ну все равно. Все равно классно. Круто. Ради этого стоит переплатить пару тысяч евро. Сколько? Ну, в общем, от двух. Смотрите, здесь такие же витрины, как в Париже. Но только в Париже, конечно, поярче. Там еще Мишка. Где лучше, здесь или в Париже? В Париже. Здесь подешевле все. Смотрите, как было в Париже. Вот здесь будет подсказка. Или здесь, или здесь, или здесь. Центре. Хотим поискать еще пару подарочков, если найдем. Потому что домой не хочется, такая классная погода, мы до сих пор в свитерах. Чтоб снега и было бы вообще клево. Там градусники, там 18 градусов, так что нам тепло. Вот зачем мы в свитерах. Мы купили нашим друзьям скакалку. Да. Найковскую. Да. Потому что мы помним, что они вроде как хотели купить. Нет, они не то, что вроде как хотели. Они смотрели видео про Найк и мечтали об этой скакалке. Но ну, они не говорили... знаю, как мечтали, но да? Они говорили, я так хочу, я так хочу. А, сегодня мы узнаем, понравилось или нет. Дома после удачного шопинга. Вот мы уже подарили ребятам подарок, им очень понравилось. Да? Да, точно. Она сама прыгает. Они счастливы. Она сама прыгает. Да. И мы сейчас собираем вещи в Марбею, вон наши чемоданы и беспорядок. Вот, так что до завтра, встретимся уже в Марбее. Пока. Пока.